СБУ перехопили інформацію про чергову секретну тактику російських загарбників. Тепер вони просто хочуть злиняти з мінімальними потерями. Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні із 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими. Так звана славетна армія Путіна деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення – тікати. Що більше таких рішень будуть приймати окупанти, то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70, а 100% російських загарбників. Тож тактика тікати – єдина вірна для окупантів. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Алло. Вообще связи. Так вас, получается, тупо бросили, похуй, или как? У нас бригада здесь, но у нас обстреливают со всех сторон, хуй разбери. Ну, наша армия уже не справляется, да хуя потерь понесла. У нас нет уже той боевой мощи, которая была у нас. Больше половины, 70% техники уже все, уже ее нет, ее разъебали, нахуй, все. Вчера, блядь, или позавчера майор там, блядь, с бригады погиб, нахуй. Вот это два дня назад, вот это ёбнули, два-трёхсотых, нахуй. Ну, опять же, там выживут, не выживут, там осколками порасхуярило, им там брюхо повспарывало, нахуй. Ебать. И куда их везут? Да и здесь они везут? Пока, здесь. А сколько у вас человек? Ну, да, сейчас мы где-то, нас 13-14 где-то, мы, блядь, в доме тут засели. И все, ебать, мы постоянно, наша задача просто съебываться, просто, блядь. А изначально у вас сколько было? С минимальными потерями. Да у нас батальон, вот, у нас, в принципе, ну как батальон, у нас там батальон 40 человек, да, получается. Может, не, может, 60 с лишним. А где остальные? 60 с лишними, бля, остатки бригады. Тут бригады уже нихуя не осталось. Ну понятно, что остатки, но все равно в бригаде кто-то есть. Короче, мы, можно сказать, мы съебываемся. Мы только съебываемся, просто. Мы, блядь, не отстреливаемся, мы просто съебываемся. Все, пиздец. Ну что, блядь, задача комбат сказал, ебать, нахуй, блядь, просто, мне говорит, похуй на задачи остальных комбригов, там, хуигов. Наша задача просто съебываться. Нет безопасности выехать отсюда, понимаешь? Тебя будут хуярить со всех сторон, блядь. Ты, получается, где-то там, блядь, кинута. Ну а вы почему не хуярите никого? С чего, блядь? У меня есть пушка. Не та война, вообще не та, блядь. Не знаю, почему так, я думал, что, блядь, в России заебись, оказывается, нихуя не заебись. Ну и чё, вас просто там тупо на смерть кинули или как? Ну, получается так, нахуй, пока. Да, по новостям чё, нихуя, короче, да? Пиздец, вообще нихуя ничего нету. Сахара нету в магазинах, прикинь.